Приветище! Это зомби Acer, и мы продолжаем. Находимся мы в небольшом гараже, очень уютном месте. У нас тут печка, у нас на улице дождь, поэтому мы прячемся пока что. Я бы хотел поспать тут. Робот, отойди, блин, не мешай своей башкой железной. Вот. Я бы хотел тут поспать, но забыл свой спальный мешок. Поэтому я сейчас попробую. Конечно, это не увенчается успехом. Я в прошлый раз пробовал, когда проходил эту игру. Значит, сделать кровать и поставить ее тут. Но я думаю, что навряд ли. С древесиной только, скорее всего, у нас будут сложности, как это обычно бывает. Надо будет... А, вот тут же еще другие ящики есть. Так что с древесиной нет проблем. Что это я нагоняю? Создаем кровать, и, скорее всего, ее придется на своем горбу тащить до своего поезда. Так. Если получится ее тут построить, это будет... Не, обломись, ты тут ее не построишь. Разработчики, услышьте, пожалуйста, разрешите тут строить что-нибудь. Я бы здесь остался жить, серьезно. Также в комментариях мне написали о том, что я пропустил в прошлой локации с самолетом остров, где был дом с письмом. И надо бы туда вернуться. Ок, мы задним ходом уедем туда. Ну а пока что? Сколько времени-то у нас? 18:04. Блин, что, возвращаться на поезд, что ли, ради того, чтобы поспать? Ну серьезно, блин, ну как так-то? Я ночью вообще не хочу идти. Хотя пофиг, у меня тут вон светлячок есть. Погнали. Значит, динамит у меня в кармане, если что, вот вместо гранаты его возьму. Гранат сколько? 3. То есть, получи, граната мощнее, чем динамит выходит. Этот 200 урон наносит, граната 300. Зря только делал ее. Лады. Погнали. Через поля, через опасную местность. Где ты ни шиша не видишь, и на тебя могут напасть из любой стороны. Сзади, спереди, сверху, снизу. Снизу кроты какие-нибудь вылезут. Зомберные. Потому что лягушек я уже видел. Что еще ждать? Кто ж ее знает. Может, по дорожке пойдем? Нафиг эти поля? Ты за мной идешь? Смотри, тут засохшая кукуруза. Это ж кукуруза вроде бы. Непонятно так. Вроде да, это кукурузные листы, кукуруза. Идет робот. С огнеметом. Если сейчас вылетит на нас какой-нибудь зомбарь... А он, вон он, пожалуйста, уже. Надо его обезвредить, пока робот здесь нафиг все поле не поджег. Хотя дождь идет, не так страшно. Иду вон туда, потому что где-то там был еще один домик. А где-то там... Какое небо красное. Первый раз тут вижу такое. Офигеть. Апокалипсис. Нет! Смотри какой, а! Я ему в броник же стрелял, вот я тупица. Ладно, не страшно. Идем дальше. В принципе, с фонарем и с моим роботом все тут видно, как днем почти. Только в дальней шиша не видно. О, вышли на поляночку какую-то. Эх, поле, поле. Эх, поле, поле! К нам выбежал мутант! Жирный какой! Ты в меня пистолетом выстрелил, издеваешься надо мной, да? Брюхо ему... Правильно, пинай его! Нет, мы брюхо ему не вспорим. Идем дальше. У меня ножа к тому же нету. О, куда-то выходим. Что тут, дорожка? Болотная... Канализация, короче. Канализейшн. Где-то же тут вот ворота были. Вон там что-то вижу вдалеке. Прищурившись, точно там что-то есть. Значит, идем туда. Эй, пупсик. Ночного видения нет, а у меня есть. Я не знаю, есть смысл идти в тот дом. Уверен, что там ничего не найду. Фермеры же не могут RPG хранить в своих домиках. А ракетница было бы круто тут, на самом-то деле. Почему динамит? Лучше бы ракетницу мы тут собрали, сколхозили подручных средств и бомбанули. Но что есть, то есть. Как ему мощно разнесли черепуху. Уходим, уходим, уходим. Руки трясутся страшно дико. О! Выбежала бандочка.
Там Машка, наверное, бегает. Машуня, ты ли это? Нет, просто волосы сгорели, не понятно. Да, это Машуня была. Медсестричка наша. Миленькая. А вот еще одна Машуня. Спокойствие. Только спокойствие. Что, в холодильнике есть что? Ну, конечно, водички нам надо. А то воды нету. А я пить по-любому захочу. Рано или поздно. О, склад. Отлично, я зашел на склад. Просто капец. Он под охраной. Отойди, 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 отойди. Вот так вот. Как-то быстро оно взорвалось. Слушай, я даже дверь не успел. В смысле ты живой? Да ты офигел. Так бы сразу. Ух ты. Тут есть кто? Конечно, есть. Жги их! Жги! Ну ты че, робот? А, у него бензин закончился, блин. Зараза, забыл, что бензин-то надо заправить. Сейчас. Сейчас, мой пупсик, подожди. А я ору на тебя. Вот так вот. На, кстати, кровать, а то мне надоело ее таскать. А, я ее... Топливо тоже сюда, вот все. Выходим! Двигайся давай. Здесь есть двери? Точно, тут есть двери. Здравствуйте! И до свидания. А ящиков тут никаких больше не было? Проход вот тут какой-то есть, смотри. Нет. Сундучков тут я точно не найду. Не та игра. Пусто. Ух ты, какой раритет. Какой раритет, но жалко. Жалко, он не поедет уже никуда. На второй этаж сейчас. О, патрики, это мне надо. Вот эти особенно. Мы, конечно, сейчас это все прошарим по-быстрому. Опять кто-то ломится. Не добежал. О, компьютер, кстати, плат. Плата мне нужна. Ух ты. Нифига себе, откуда здесь столько ОМОНа? Че с этим домом не так? Он мафиозный, что ли? Я вот через эту дверку попробую. Не смей в меня плеваться. Машуня, конечно, в ванной заперлась. Видимо, носик припудривала. Фу, как шашлычком пахнет. Дымится лежит. Патроны больше не буду забирать, у меня их и так уже 200 штук. Хочу что? Тут ничего. Тут у нас завал. Еще ванночка. Фух, успел. Прям в рот ей. Стрельнул. Тут их двое, что ли? О, с одного выстрела двоих сразу. Телек смотрели тут. На комфорте. Роскошно жили, хочу сказать. Не то, что другие зомбари. Под крышей, да с телеком еще. Блин, ну почему? Я же вроде в бошку стреляю. Зараза. Отхилите меня. Мадмуазель, вы такая вонючая, просто ужас. О-о-о, а я не зря сюда забирал. Не зря, не зря, не зря. Но из оружия тут, конечно же, не шиша. Странно, вот это окно разбил, а вот это не разбил. Как это? Как это называется? Ну, в принципе, все. Дом обшарен, зачищен. Тут у нас завалено все. Прям никак, да, туда не про... Зато холодильник можно обшарить. Ага. Такие окна бьются, я понял. А вот такие вот верхние не бьются. Тут еще, по-моему, две комнаты было, да. Вот. Вот это у нас ванна. А это у нас... Я уже спать... Здравствуйте, здравствуйте. Он залип на телевизор. Смотри, насколько он залип. Ему пофиг даже на огонь. Шаурма и пахнет. Молодец, песель. Ты красавчик. Ну, он точно просто был зомбирован. Видимо, в телевизоре очень интересная программа была. Круговорот зомбарей в природе, наверное, смотрел. Ну, все. Идем дальше. Тут уже что у нас? 21-23.
Энергетика надо бахать, а то я сейчас вырублюсь. Как же я забыл спальный мешок? Какой же я вообще тупень. Энергетики ненадолго убрали нашу сонливость. Сейчас пожрем и бежим. Оу, смотри, как красочно. Жалко, конечно, что поле не загорелось. Было бы эпично. Молодчик, так их. На гриль, на вертель и до углей. Так, я не знаю, правильно я бегу или нет. Я не помню, чтобы... Там тропинка была вообще к забору. Не помню, чтобы был лес. Там еще вон одно здание. Ага, вон, кажется, вон там вот заборчик. Добрый вечер. Не подскажете, как пройти? Похоже, не подскажет. Проверочные. Вроде они того. Жмуркнулись. Тихо, не жги амбар. Сейчас тут все полыхнет. Ну, ты, конечно, молодец, что через стенку их поджег. Я так не умею. В амбаре у нас было что интересное? Не помню. Повышен уровень. Пишут мне, короче, что надо качать здоровье. Типа, мол, нафига тебе столько силы? Так сила нужна еще для того, чтобы... Выносливость... Сейчас я этих бомбану и скажу все и покажу. Короче, смотри. Сила увеличивает нам переносимый вес на 20%. Урон в ближнем бою, скорость полета и урон стрелы, выпущенной из лука. А также снижает отдачу оружия. То есть точность у нас повышается. Сила очень важный показатель в этой игре. Поэтому я его и качаю. Пробиваемся через гору трупов зомбарей. Кто-то с чипсами сюда пришел. Молодец. Как это ты так это таскал больше... А, ну у него нет определения веса в теле. Косточка такая прикольно торчит, позвоночная. Можно на второй ярус подняться. Ну, короче, тут шибко-то ничего нету. Пойдем на второй ярус. На первом скукота. Успел! Фух! Да, в коробках точно ничего. Батюшки! Святые угодники. Вот сюда вот, если я встану, он же сюда не спустится, правильно? Откинулся так. Не добежал, мальчик. Блин, да что ж такое-то, а? Иногда так получается стрельнуть, что ее разносит в щепки, а иногда вот что ж попадешь по шапке. Патрончики возьму. Ну да, тут шипок-то ничего, кроме амуниции. Оружие я все собрал, но тут ничего в принципе нет. Бежим теперь подрывать стеночку. Вот она! Красавица, что у нас? 23-26. Я сейчас ее подорву, до поезда доберусь, еще и поспать успею нормально. Проклять, ворота заперты. И, похоже, открыть их некому. В местных болотах много серы. Я смогу создать простую взрывчатку, чтобы подорвать ворота. Мне, кстати, в комментариях еще говорили, чтобы я серу тут набрал. Ну, два кусочка мне, я думаю, мне хватит. Сера же нам нужна в основном только для динамита. Больше я ничего не могу из нее производить, так что нафиг она сдалась. Давай, сейчас кинем сюда все. Я помню, как я в прошлый раз, когда до сюда дошел, не так далеко отошел, и меня... Ух ты, елки-палки. И меня, короче, бомбануло. А в этот раз что-то быстро динамит взорвался. Ну что ж, стеночку мы пробили. Можно текать отсюда. Текаем, хлопец. Мой металлический. То спатьки уже хочется. Сколько у меня там до сна осталось? Процентиков 32. Но энергетики меня спасают пока что. Нормально. Взрыв был, конечно, оглушающим. Еще бы допидорить теперь до поезда. Насколько можно стрелять-то? Всю обойму выпустил. По кепке ему. О, вот так бы сразу. Ух, нифига себе, сколько там едкого дыма. Что там происходит? Это болото так воняет или там машуни так нафуняли? Ничего себе. Вот это да. А, точно, там же это. Да блин, сейчас будет локация, где
токсичное болото, и мне нужно будет отбиваться от зомбарей там. А я уж размечтался поспать. Етить-колотить. Сколько энергетика? Придется сейчас искать, рыскать в домиках там энергетики, чтобы опиться ими и не заснуть во время бойни. О, тачули стоят. Есть что? Энергетики мне... Нет, энергетиков тут нет, но есть топливо. Хотя... Ладно, возьмем топливо. Пригодится. О, водила выбежал. Титош, тут дорожка обрывается, значит, нам через поля надо идти. Окей, пойдем напрямки. Вот тут, конечно, будет очково, если сбоку... Ну, у меня робот есть, он с датчик... Мать вашу! Робот у меня есть. Он все? Сразу же кончился, да? Вроде, надеюсь, да. Робот, ты где там? Засранец. Под сраку и вперед надо бежать. А не за мной. Как я вообще этого увидел? Впервые на него сагрился, чем он на меня. Кажется, куда-то вышли. Долбаная ночь. Нифига не видно вообще. Фу, нафига я сюда спустился? А, блин, я ж... Зачем я это сделал? Там вон лесенка есть. Недалеко плыть. Какой тархунчик у меня тут налит. Ёлки-палки! Сейчас от часу не легче. Да вы что, издеваетесь, что ли? Блин, он взорвался. Ха-ха-ха, ему по шапку. Это местность. Куда-то выбежал. О, у меня заключило оружие. Офигенно. О, наконец-то разглючил. Фух. Продолжаем идти через поле. Полем, полем, лесом, лесом. Вышел я к домищу. К домищу вышел. Здравствуйте. Я постреляю во все. Ага, он очнулся. Ты его поджег? О, какой опасный перец идет. Ему же пофиг на огонь, по идее, поэтому... А топорик я бы твой взял, на самом-то деле. Жалко нельзя. Вот этот домик я помню. Закрыл такой дверик, в надежде, что они не выйдут. Но один не вышел. Блин, опять надо энергетика бахнуть. Глаза сейчас начнут слепаться. Какая милая картина цветная. Значит, налево идем. В смысле, я не могу открыть? Что с этой дверью? Тогда направо пойдем. Все предрешено. Твоя судьба написана. Прописана. Ищем, короче, военную амуницию и все такое. Сомневаюсь, что тут будут где-нибудь ключи и записки. Пойдем на второй ярус. Первый зачистили, на втором. Добрый вечер. Я к вам в комнатку зашел снять. Забавно вот этот момент. Ха, ко мне подошел. Ничего себе, додумался. Патроны кончились. Обрез. Обрез. Сразу два патрона как-то выстрелились. Или я один заряжал? Я что-то уже запамятовал. Не, закройся, закройся. Ну почему ты выбежал сквозь двери? Это нечестно. Здесь еще один. Я готов. Надо подхилиться. А то сейчас... Дайте отхилку. А то ноги откину в ближайшее время. Опять тут дверь ломает. Другой пришел на замену. Сейчас вот этого еще тоже долбанем. Чтоб не бесил. Стукач долбанный. Ну, в принципе, тут по крыше можно в другой дом запрыгнуть. Вот.
Готово. Красная дверь какая. Типа намекает, что тут что-нибудь может важное быть. Забавно это было, это очень забавно. Лысая Машуня, ты куда убежал-то? А куда ты бежишь? Скажи мне, ну, пожалуйста. Пойдем посмотрим, что они тут охраняли. А, телевизор они охраняли. О, вот это мне пригодится. Хотя, опять-таки, тоже ничего интересного. Ни шиша интересного. Опа-на, автоматический пистолет. Вот это я возьму. Этот хорошо. Дай-ка я его возьму. Может, у него обойма побольше. Ого, 17 патронов. Вот это ствол, вот этот пистолет, я понимаю, вместо автомата пойдет. Пойдем протестируем. Где-нибудь знакомая комната. Почти. О, энергетик, надо его взять. Энергетик я возьму. Я про них забыл, про эти энергетики, пока они мне на глаза не попались. Короче, вместо калаша вот этот пестик зайдет вообще на ура. Надо теперь отсюда как-то выбраться только. Здесь что нет? Аккуратно. Вот так. Зомбари! Фу, какое противное вонючее болото. Тут точно, да, прохода больше нигде нету? Туда нельзя никак. Только через болото. Ну что ж. Походу придется идти. Вот так вот по центру сейчас. Только энергетика надо, энергетика. Еще пожрать надо. Сон, уходи, уходи. Не надо мне сейчас спать. И пожрать обязательно. Ну все, я вроде бы бодряк. На несколько минут. Так что бежим. О! Моя первая подопытная мишень. Нормально. По 3 патрона выпускается, получается, из пестика. Или нет? По 2 патрона.